Нашей компании 20 лет в этом году будет. Мы занимаемся производством швейных изделий. В 2001 году мы приступили к пошиву специализированной одежды, униформы. В 2009 году стали участниками госзакупок. Как бы в то время грянул кризис, и мы решили, что для того, чтобы выжить, нам необходимы государственные заказы. Ежегодно мы получаем заказы от государства и также продолжаем работать и с коммерческими структурами, также продолжаем участвовать в тендерах и выпускать изделия на рынок. Есть, наверное, пара грамот, когда мы помогали детским домам и оказывали спонсорскую помощь людям с ограниченными возможностями. Вот мы подарили им швейные машинки, чтобы они могли начать свой бизнес или, может быть, какие-то домашние там дела делать. Но в основном, конечно, чтобы они чувствовали себя такими же полноценными, как и другие. Пообещали даже им оказывать консультации по пошиву, предоставлять, может быть, какую-то простую работу, которую они могут выполнить. Ну, это такие, как пошив там рукавиц, простыней, пододеяльников. Ну, в общем, несложную такую работу, которая, разумеется, будет оплачиваться. Мы стали участниками федеральной выставки в Москве, Лехпром. Мы сейчас налаживаем производство трикотажных изделий, гражданская модная одежда. Мы выполняем все условия трудового договора. Это наше предприятие, одно из лучших в Казахстане. И получив эту премию «Алтын Сапа», мы хотели бы заявить о себе как о производственниках. Хотели бы, чтобы о нас все знали, потребители наши. В Талгаре есть такая компания, такая швейная фабрика, которая может производить достаточно большое количество одежды. Идем потихоньку, двигаемся вперед и надеемся, что скоро уже нас узнают, как наш бренд будут узнавать, как казахстанский бренд. We'll be right back.